Сынок, я уезжаю в командировку, вернусь 1 января, тебе оставляю 1000 рублей, не забудь за топинками. Пока. Пока. Дядя Валера, здравствуйте, отвезете меня до магазина? Да, конечно, садись. Как дела в школе? Да нормально. 5 получил? Да, сегодня 2 пятерки получил. Ого, какой молодец. А по каким урокам? Физкультура и ИЗО. Ой, снеговик. Такой магазинчик прикольненький. Ладно. Ой, показалось. О, попкорн. А, как же голова болит. Ящик упал. А? Галя, я тебе еще раз говорю, купишь пальчики, которые я ненавижу, я тебя пришибу. О, Антошка, привет, чего хотел, пошли. Что там тебе?